Сегодня во всей стране пройдет ежегодная Библионочь. На этот раз ее темой стало кино, книжные магазины, литературные музеи, библиотеки откроют свои двери для посетителей в 6 вечера и будут работать до поздней ночи. В это время можно попасть туда, куда обычно доступ для читателя запрещен, например, в книгохранилище или архивы. Кроме того, каждая из библиотек будет проводить свою развлекательную программу. В Краевой научной библиотеке откроются сразу 20 павильонов. В них можно будет посмотреть уникальные документальные фильмы из коллекции президентской библиотеки, посетить мастер-классы по актерскому мастерству и другим дисциплинам. Подобные площадки организуют во многих городах и поселках края. Очень много будет посвящено площадок экранизациям книг, потому что тема, в принципе, Библионочи Всероссийской в этом году «Читаем кино», в нашем прочтении это книга плюс кино. И вот, например, по Тиму Бёртону «Алиса в стране чудес», это по Кэролу, по книжке, будет такая интересная площадочка, где можно будет почувствовать себя сценаристом. Можно будет продолжить сценарий этого фильма и написать его. То есть прям записать и создать фанфик, так называемый, то есть в стиле фэнтези, фанфикшн снятый.